Во второй сухумской школе восстановлена мемориальная доска, посвященная героям Советского Союза, бывшим ученикам этой школы, Аличенко Владимиру и Дермановскому Георгию. В открытии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Стараемся с вами встретиться. К сожалению, вас становится все меньше и меньше. В прошлом году у нас было вас гораздо больше. Но что делать, это жизнь. И я желаю, конечно, вам дожить до столетия победы, чтобы вас хватило этого духа боевого. А наши ученики, я думаю, видя вас своим примером, возьмут для дальнейшей своей жизни, я желаю всем присутствующим. К сожалению, нашему поколению пришлось пережить еще одну отечественную войну. И я желаю, чтобы никто на земле больше не переживал этих взрывов снарядов, вражеских пуль и потерю близких. Но каждый год мы все равно возвращаемся к 45-му году, году победы, когда мы, бойцы, как вот, например, я, начала от Сталинграда и пришла в Берлин. Из Берлина я уже, где кончилась моя война, вся военная служба. Милые мои, растите, как символ победы, как флаг у Кремлевской стены. Но не забывайте, что деды сделали для мира и нашей страны. Мои золотые, спасибо вам всем за заботу о нас. Все-таки это вторая школа, это единственная школа, которая нас не забывает никогда, ни в любой день победы, даже не в 70-летие.